Только тронулся и сразу попал в ДТП. В Нижнем Тагиле «Шевроле», выезжая с парковочного кармана, врезался в проезжающий рядом «Рено». В результате столкновения травмы получил 14-летний пассажир французской легковушки. Подростка доставили в больницу. Водитель «Шевроле» в свое оправдание заявил, что его авто неожиданно занесло. По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что ребенок перевозился на переднем пассажирском сидении с использованием ремня безопасности. Уважаемые водители, при выезде с прилегающей территории необходимо обязательно убедиться в безопасности маневра.